Бобруйский район, деревня Слобода-Богушевка. Дым столбом и пожарные машины. Днем 22 февраля в диспетчерскую службу МЧС поступило сообщение о загорании бани на территории частного домовладения. К моменту прибытия спасателей строение было полностью во власти огня. К счастью, никто из хозяев не пострадал, они находились на улице. Когда на место прибыли первые подразделения МЧС, происходило горение внутри бани, а также выходил дым из самого помещения бани. Благодаря оперативным действиям, а также раннему обнаружению данного пожара, серьезных последствий удалось избежать. В результате ЧП огонь повредил обшивку стен внутри бани и часть перекрытия. По горячим следам спасатели называют наиболее вероятной причиной пожара нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. МЧС напоминает, только неукоснительное соблюдение требований безопасности позволит избежать чрезвычайных ситуаций. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.